Привет подписчикам моего канала, привет всем, кто попали на этот канал и смотрят мои видео. Ну, сейчас отдыхаю на море, Одесская область, село Николаевка, 100 километров от Одессы. Ну, вот, еще снимаю видео, хочу вам показать, ну как бы так, тут палаточный городок, вот мы приехали машиной, и значит, машиной включил радио. Из всех станций, которые можно найти, в основном все какие-то турецкие, молдавские, ну, в общем, русских почти нету. Это похоже, похоже турецкая. Тоже турецкая. И это все на FM станции. То есть море. Вот оно море, а на той стороне, сколько там, наверное, 300 километров уже Турция. В ту сторону там у нас Болгария. Вот туда дальше. Молдавия, тоже молдавский язык слышно по радио. Ну, уже отдыхаем 4 дня. Стоял 3 дня шторм. Ну такое штормило, в общем, волна была. А сегодня первый день. Море чистое. Вот сейчас мы, значит, подъехали сюда вверх. Вниз приблизительно идти метров 100. Ну, по такому спуску, по ступенькам. Сейчас спустимся и будем отдыхать. Все, спасибо всем за просмотр. У кого есть комментарии по этому поводу, как всегда, под видео можно оставить. Я всегда в сети. Будут комментарии, буду отвечать. Всем пока-пока.